Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я нахожусь в городе Брюссель, Бельгия. Также иногда бываю в других городах. Специально для канала «Репортер» хочу рассказать про актуальную ситуацию с коронавирусом здесь. До последнего времени в стране действовал строгий карантин. Масочный режим был повсюду, и на помещениях, и на улице. И должна сказать, что люди довольно-таки придерживались его. Все всегда и везде, в основном бельгийцы, они все всегда были в масках. Также были закрыты все учреждения непервостепенной важности, такие как рестораны, бары, спортивные, любые развлекательные заведения, салоны красоты, все это было закрыто. До последнего времени также не работали школы, детские сады, но сейчас они уже открыты. Начиная с 26 апреля 2021 года, в стране начался новый этап выхода из строгого карантина, который длился с октября 2020 года. До последнего времени были закрыты все учебные заведения, также рестораны, бары, парикмахерские, салоны красоты, спортивные и другие учреждения непервостепенной важности. Масочный режим был повсеместно и в помещениях, и на улице, штраф 250 евро. В основном люди соблюдают его, в основном всегда все в масках, особенно коренные бельгийцы, они не нарушают, они ходят везде и всегда в масках. Вот, комендантский час с 12 ночи до 5 утра. Теперь разрешено собираться группами до 10 человек, ходить в магазин в сопровождении одного члена своей семьи. И также восстанавливают работу парикмахерские и салоны красоты. С 8 мая ожидается следующий этап выхода. Будет снят комендантский час и разрешат работать рестораном, но только на открытом воздухе. В последнее время количество зараженных каждый день колеблется от 3 до 5 тысяч. Прививки также идут полным ходом. Прививки первой дозы получили 26,8% взрослых, полностью привиты 8%.